Зима в этом году показала себя во всей красе. Морозы, продолжительные снегопады, полуметровые сугробы – все, как и обещали синоптики. Щелковцы запомнят этот сезон надолго. Особенно хлопотными выдались будни коммунальщиков. С 5 утра, это дневная смена, до вечера, и в ночную смену также выходят сотрудники, которые убирают улицы, социальные объекты, остановки. В первую очередь, конечно, убираются подходы, подъезды к школам, к детским садам. Вот так ведется уборка парковки у дома номер 9 на Пролетарском проспекте возле торгового центра. Даже на расчистку такого небольшого участка потребуется порядка 40 минут. Работают два трактора, дополнительно приходится убирать сугробы лопатами. В это же время можно наблюдать, как самосвалы перевозят по улицам города целые снежные горы. Их везут на специально отведенную площадку. Она находится на улице Заречной. Вот, это специально оборудованное место, которое после окончания зимнего сезона проводится рекультивация. В среднем за сутки из Щелково вывозится от 1,5 до 2 тысяч кубометров снега. На уборку ежедневно выходят более 70 человек. Задействовано свыше 50 единиц техники. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.